По пациенту говорят о его лекаре, какие на витрине хлеба, такие были пекари. По пациенту говорят о его лекаре, какие на витрине хлеба, такие были пекари. По пациенту говорят о его лекаре, какие на витрине хлеба, такие были пекари. По пациенту говорят о его лекаре, какие на витрине хлеба, такие были пекари. Вот и настал день страшного суда. Судья, восседающий на серебряном престоле, подозвал его: подойди-ка поближе сюда. Я досконально знаю все от начала до конца. На весы положены поступки, мысли, слова, соделанные в тайне проступки, противостоя нападкам ада до крови. Преданным остался мне по долгу, увы, не по любви. Тихо ненавидя беззаконие, про матерей и про отцов уподобился полю, заполненному плодовитыми деревьями, сплошь и рядом окруженными сворами сорняков. Как хотели, так и жили прародители, немало наломали дров. Опилки попали по родословному дереву в кровь. Фундамент закладывался первые 5 лет. Речь идет не про песок и цемент. Если пацана воспитала женщина, в его сознании взята за норму безотцовщина. По пациенту говорят о его лекаре, какие на витрине хлеба, такие были пекари. По пациенту говорят о его лекаре, какие на витрине хлеба, такие были пекари. Гражданского брака заманчивые сети расставлены повсюду по планете, лозунги иллюзии свободы. Спешите жить по похоти души лучшие годы. Примерно по такому принципу Мавроди расставил капканы в эру перестройки среди наивного простого народа. Пирамида с 3 заглавными буквами М на плаву была 2 года. А на гражданский брак и по сегодня лихая охота. Поэтому одни становятся монахами, другие психами. Не отсюда ли стремление быть великими? Не потому ли здоровые чувствуют себя калеками? По пациенту говорят о лекаре, какие на витрине хлеба, такие были и пекари. По пациенту говорят о его лекаре, какие на витрине хлеба, такие были и пекари. По пациенту говорят о лекаре, какие на витрине хлеба, такие были и пекари. Какие на витрине хлеба, такие были и пекари.